числа Fibonacci с четными номерами. Это как? Опять надо проверить базу. Что значит база? Значит, надо взять, подставить n равное единице. Тогда у меня слева получится фи с номером 2. Переход – это в данном случае что? Это нужно из вот этой штуки перейти вот к чему? К сумме второго, четвертого, шестого, 2n-ного. И какого следующего? 2n плюс 2, совершенно верно. Фи с номером 2n плюс 2. А это очень легко. Сумма вот этих чисел, я знаю, вон она там написана. Это есть фи с номером 2n плюс 1 минус 1. Прибавляю к этому 2n плюс 2 число. И все легко. Единичку переношу, получается так. 2n плюс 1 число Fibonacci. Надо сложить с 2n плюс 2, вычесть единицу из результата. Но сумма этих двух, это вы уже привыкли. Это фи с номером 2n плюс 3 и минус 3. Вы уже доказали три факта методом математической индукции. Причем, заметьте, третье доказательство уже я даже не так уж и много писал.